сброс. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 шагах. Последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров.